Всем привет! В сегодняшнем видеовыпуске я решил продолжить тему, начатую ранее, о Фрэнке Бреннане. И сейчас у вас есть возможность своими глазами посмотреть на демонстрацию приемов карате шотокан, которую показывают Фрэнк и его брат Джимми. Сразу хочется обратить ваше внимание на то, с какой скоростью и четкостью выполняются все приемы, все комбинации или удары руками и ногами. Для сравнения, у меня на канале лежит где-то учебный фильм 40-х годов по шотокан. И если вы посмотрите тот видеоклип и сравните его с этим, то вы заметите, какие изменения претерпело карате шотокан за вот эти вот 80-90 лет. Во-первых, скорость. Во-вторых, четкость выполнения техник. Даже вот такие вот приемы самообороны против нападения с ножом действительно вызывают восхищение. По сравнению с тем, что было, пускай, 100 лет назад, или 80, или даже 50 лет назад. То, с какой скоростью они выполняют эти удары, действительно заслуживает хорошего и большого уважения. Обратите внимание, сколько людей находится в зале, сколько людей смотрят на эти показательные выступления. И сравните выступления, будь то чемпионаты мира или чемпионаты Европы по карате ВКФ. Сколько там людей находится в этих спортивных комплексах? Очень мало, да? А почему? Потому что федерация ВКФ настолько сильно урезала своими правилами и ограничениями шотокан, что на него просто неинтересно смотреть. Разве что приходят посмотреть только те, кто имеет прямое отношение к этой федерации, или родственники тех, кто выступает на этих соревнованиях. А, к сожалению, такое карате, которое демонстрируется сейчас на экране, мы его можем увидеть только разве что в архивных видеозаписях. Не забудьте подписаться на этот канал и поделиться видео с друзьями. Всем удачи, пока!